Выбор скорости, не соответствующий дорожным условиям, нарушение скоростного режима являются одним из наиболее частых причин дорожно-транспортных происшествий. К сожалению, не все водители осознают, что превышение скорости в реальных условиях дорожного движения не приводит к существенному выигрышу во времени. В целях профилактики дорожно-транспортных происшествий, связанных с превышением скоростного режима, сотрудники госавтоинспекции совместно с представителями Российского движения детей и молодежи «Движение первых» провели профилактическую акцию «Скоростной режим», в ходе которой дорожные полицейские напомнили водителям о необходимости соблюдения скоростного режима, в особенности вблизи пешеходных переходов, населенных пунктов и образовательных учреждений. Дорожные полицейские останавливали водителей, чтобы призвать каждого соблюдать скоростной режим, быть внимательным и осторожным за рулем, уважительно относиться ко всем участникам дорожного движения, а также напоминали о соблюдении скоростного режима. Не стоит также забывать, что водитель, превышающий скорость, подвергает риску не только себя, но и окружающих людей. Уважаемые водители, не превышайте скорость, будьте внимательны на дорогах, не нарушайте правила дорожного движения, не подвергайте опасности себя и окружающих людей на дороге.